Эксплуатирующее меньшинство стремится внушить эксплуатируемому большинству иллюзию совпадения интересов, а заодно и мысль о справедливости и неизменности существующих общественных отношений. С помощью апологетических мифов буржуазия стремится создать у масс иллюзию того, что капиталистическое общество представляет собой высшую модель социальной организации. С помощью тех же мифов буржуазия стремится опорочить в глазах масс социалистическое общество, оклеветать его, представить в искаженном и неблагоприятном виде. Агрессия лжи. Всем привет! Телевизор я не смотрю, по меньшей мере систематически. Если не показывают хорошего советского фильма, то телевизор работает не больше пары часов в месяц. Но для очень многих людей регулярно смотреть телевизор так же естественно, как и регулярно питаться. Например, я живу в глухом поселке, практически у всех деревянные туалеты, но вместе с деревянными туалетами у всех стоят тарелки кабельного телевидения с десятками каналов. Зомбоящики уже столько каналов наплодили, чтобы ни о чем не думать, теперь можно одупляться круглые сутки, вообще не включая мозги! Понятно, что если человек, как комбайн, со спокойной душой поглощает доширак и водку, то ему нет дела до того, что льется в его котелок. Менее 3% из вас читают книги. Потому что менее 15% из вас читают газеты. Потому что для вас истина то, что вы видите по телевизору. Сейчас существует целое поколение, которое никогда не знало ничего, кроме телевизора. Но такие тяжелые случаи оставим докторам. Поговорим о тех, кто хоть чуть-чуть фильтрует то, что потребляет. Было время, когда было престижно иметь большую библиотеку. Сегодня престижно иметь большую плазму. Помните, несколько лет назад, в связи с грядущим обвалом рубля, все разом съехали по фазе и стали скупать бытовую технику. Испужались люди, да бросились покупать впрок все самое нужное, гречку, соль, да по 7 телевизоров, чтоб повесить в избе по периметру. Почему люди решили, что лучшим вложением будет приобретение дополнительных выжигателей мозга, для меня загадка. Повторю, если по телевизору не идут советские фильмы, зачем его смотреть, не знаю. Ну, это я уже видел. Причин такого моего отношения много. Одна из них в том, что современное федеральное телевидение связано с жизнью своих зрителей так же тесно, как деревенский туалет с ложкой американского президента. Капитализм. Многие призывают не смотреть телевизор или даже выбросить его, в основном мотивируя это тем, что телевидение – это мощный и совершенный инструмент превращения людей в скотов. Полностью согласен. Более чем справедливый вердикт. Но избавиться от телевизора – это не решение. Хотя бы потому, что, как говорится, свято место пусто не бывает. Тому есть масса подтверждений. Борьба против чего-либо без четкого представления о том, что тебе нужно взамен – это как графа против всех в бюллетене избирателя. Обычно в таких случаях получается так, как на Украине. В конце концов, телевидение само по себе лишь инструмент. Проблема не в нем, а в том, кто этот инструмент использует.
Телевидение может создавать и убирать президентов, римских пап, премьер-министров. Телевидение – самая ужасная проклятая сила во всем безбожном мире. И горе нам, если оно попадет в руки плохих людей. Отобрав у врага оружие, вы не устраняете врага и опасность, которую он собой представляет. Именно в таком ключе я и предлагаю посмотреть на федеральное телевидение. Для предметного разговора возьму несколько телепередач, которые, скорее всего, большинству известны. Время покажет, пусть говорят, лучше всех, теория заговора, голос, кто хочет стать миллионером, новости, прямая линия с президентом, реклама, КВН и сериалы. Почему только Первый канал? Потому что у нас тарелки нет. Мы обходимся медной проволочкой и тремя каналами, которые практически не смотрим. Что кроме канала вещания объединяет названные передачи? Прежде всего, вне зависимости от темы и формата, там нет простых людей. Вообще. И действительно важные вопросы там не освещаются в принципе. Кроме того, почти все они копии буржуазных оригиналов. Почему? Все до истерики просто. Простейшим приемом психологической защиты от пропагандистского промывания мозгов является сознательное прерывание контактов с источником информации. Например, достаточно время от времени прекращать смотреть телевизор на 1-2 недели, чтобы произошло восстановление сознания. Виктор Сороченко. Какая общественно-экономическая формация на дворе? Капитализм. Чего хотят капиталисты? Больше денег и крепче власть. Отсюда следует, что все должно приносить прибыль и укреплять власть. С прибылью все понятно. Страшно подумать, сколько стоит минута рекламы на Первом канале. Гораздо важнее, что и как помогает удерживать власть. Капитализм на всем протяжении своей истории манипулировал сознанием масс. Его методы воздействия на массы с самого начала были обманом народа и служили антинародным целям – агрессия лжи. Когда в прошлом году я работал на Пилораме, в Балке постоянно работал телевизор и только Первый канал. Время покажет, дрейфует между внешнеполитическими и внутрибытовыми темами. Чуть ли не каждый выпуск начинается фразой «Здесь мы обсуждаем то, что всех волнует». Допустим, что это так. Буржуазная идеология и пропаганда пытаются затушевать антагонистическую природу этого общества. Они стремятся заставить массы поверить в то, что интересы буржуазии совпадают в целом с интересами всех слоев населения, в том числе и трудящихся. И делается это достаточно искусно. Мысли господствующего класса навязываются исподволь, незаметно, агрессия лжи. У тех, кто регулярно смотрит телевизор, есть ощущение, что там действительно происходит что-то важное. И если они что-то пропустят, случится катастрофа. Нет, не случится. Например, в 2012 году, несмотря на ожидания, мир не рухнул. И даже если ваш телевизор сломается, мир не пострадает. Вместе с этим, у многих есть иллюзия участия в общественной жизни страны. Просто потому, что они следят за эфиром. Это не так. От того, что вы смотрите телевизор, подъезды чище не становятся. Но вернемся в студию. Для начала, как вы думаете, все эти говорящие головы? Ой, какой кошмар. Слушай, ну это просто ужас. У вас в доме завелась говорящая голова. Вон она на нас глядит. Трещат там по полдня бесплатно? Все, кто там регулярно открывает рот, получают достаточно денег, чтобы их совесть спала спокойно, что бы и где бы ни происходило. Даже те, кто систематически льет грязь на Россию, через полгода трепа могут купить квартиру под Москвой. Морально-политическое преимущество социализма в идеологической области империализм пытается компенсировать колоссальными капиталовложениями в пропаганду, дальнейшим развитием всех средств массовой информации, созданием мощных пропагандистских организаций, агрессия лжи. Далее. О чем бы они ни трещали, о США, Трампе, Сирии или Украине, они трещат не чтобы помочь нам разобраться в причинно-следственных связях. Основные мотивы все те же – деньги и власть. Нами правят, наше сознание программируют, наши вкусы
предопределяют, наши идеи нам предлагают. И все это делают в основном люди, о которых мы никогда и не слыхивали. Эдвард Бернейс. На ТВ есть режиссеры, которые жестко фильтруют все идущее в эфир. Мы видим и слышим только то, что нам положено видеть и слышать. Поэтому, когда мы смотрим телевизор, это как в казино. Казино всегда остается в выигрыше. Вот они судачат о беспринципном Трампе, или показывают злых поляков, или украинских майдаунов и тому подобное. Создание эмоционального резонанса – одна из главных задач большинства информационных сообщений и развлекательных шоу. СМИ всегда пытаются вызвать у широкой аудитории сильные эмоции. Виктор Сороченко. Но даже когда они поставили на место всех отморозков, которые вывели нас из себя, своей паранойей, разве по стране начинают сиять лица многодетных матерей, у которых перестала болеть голова о том, что завтра будут есть их дети? Или у всех пенсионеров к концу передачи пенсии становятся равны гонорару Екатерины Стриженовой? Нет, мы с вами при любом раскладе остаемся в той же жопе, из которой смотрим на свет через шоколадный глаз голубого экрана. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Мы находимся под постоянным массированным воздействием, задача которого – овладеть нашими умами в интересах какой-либо стратегии, товара или идеи. Эдвард Бернейс. Время покажет, это передача, на которой все споры ведутся строго в интересах наших бесценных олигархов. А зрителю предлагают выбирать между российским воровским капитализмом и западным фашистским. Другой альтернативы на экране нет. Одно из основных правил пропаганды гласит, в первую очередь нужно обращаться не к разуму, а к чувствам человека. Виктор Сороченко. Пока мы эмоционально вовлечены в их пустую дискуссию, наш мозг отключен. Пока мы смотрим телевизор, жизнь проходит. Они богатеют, а мы беднеем. О том, что всех нас волнует, они никогда не говорят. Мы скажем вам любое дерьмо, какое вы захотите услышать, мы работаем с иллюзиями. Это нереально. Но вы сидите там день за днем, ночь за ночью. Все возрасты, цвета и веры, вы знаете только нас. Вы начинаете верить в те иллюзии, которые мы создаем. Вы начинаете думать, что телевидение – это реальность, а ваши собственные жизни нереальны. Вы делаете все, что вам говорит телевидение. Вы одеваетесь, как на телевидении, едите, как на телевидении, растите детей, как на телевидении. Вы даже думаете, как телевидение. Это массовое безумие. Вы маньяки. Во имя Господа, вы реальны, это мы иллюзия. Так что выключайте свои телевизоры. Выключите их немедленно. Выключите сейчас же. Выключите и забудьте их. Выключите их на середине моей фразы. Выключайте. Небольшие группы людей могут заставить и заставляют нас судить о предмете так, как они того пожелают. Эдвард Бернейс. Это Первый канал. Добрый вечер. В этой студии невозможно молчать. Я Дмитрий Борисов. В программе «Пусть говорят» самые обсуждаемые истории и люди. Где первый раз вся страна увидела детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина? Для каких органов человека полезна земляника? Она полезна, чтобы какать хорошо. Где еще можно подглядеть за Ксенией Собчак без макияжа и за тем, как растет ее сын? А Сергея Зверева увидит дующего корову. Это же надо каждый день, то практика должна быть. Ежу понятно, что по паскудству этот дурдом уступает разве что мужскому женскому и Дому-2. Но опять же, оставим мораль и будем искать выгоду. Основное, тут нет простых людей, нет важных тем, и все ради денег и власти. Но в отличие от политического цирка «Время покажет», тут власть укрепляют несколько иначе. Не знаю, кто это смотрит, но смотрят. Все вы идиоты. И что они видят? Богатых, успешных,
красивых, сытых уродов с московской пропиской. Но какими бы уродами они ни являлись или казались, они встроены в рынок куда лучше, чем черкизовские ларьки. Капитализм живет по законам джунглей и Дикого Запада. Выживает сильнейший. Главный тот, у которого ружье. Буржуазия активно ищет пути установления выгодного ей контроля изнутри, в самих массах. И здесь наиболее эффективным оказывается психопрограммирование. Под психопрограммированием следует понимать тайное воздействие на сознание людей, главным образом на эмоциональном и бессознательном уровне, с тем, чтобы сформировать определенную систему установок, подсказывающую массам их поведение. Буржуазия стремится запрограммировать их на такое поведение, которое не будет представлять никакой реальной угрозы капитализму. Подобно тому, как программируется современная ЭВМ, в чей электронный мозг вводится соответствующая информация, капитализм стремится запрограммировать поведение народных масс, вводя в их сознание только ту информацию, которая ему выгодна. Агрессия лжи. И вот, каждый день Первый канал обрабатывает свою паству, показывая моральных уродов, которые пробились в жизни, и тем самым формирует буржуазное сознание и симпатию к его носителям. Представим, что «Пусть говорят» включили в СССР. Как по-вашему, кто раньше приедет, скорая или милиция? Разум человека – это смесь унаследованных предрассудков, символов, клише и словесных формулировок, полученных от лидеров. Эдвард Бернейс. Повторяю. Главная проблема – не паскудство, которое делают нормой, а терпимость к этим паскудным паразитам, которые не только в кадре живут за счет беднеющего населения, но и за кадром. Нет, нет. Сидите здесь, обжираетесь. Крестьяне умирают от голода. Совращаете невинных девушек. Обижаете беззащитных. Думаете, не постигнет вас кара? Так же, как коррупция коренится в капитализме, так и паскудство берет начало в буржуазном сознании. По мнению авторов, изданной в ГДР монографии «Манипуляция. Государственно-монополистическая индустрия сознания», манипулирование означает стремление приспособить сознание больших масс народа в той мере, насколько это возможно, к классовым интересам буржуазии, к империалистической идеологии, вопреки собственным объективным интересам трудящихся. Люди должны сами, не осознавая этого, подчиниться в своем образе жизни реакционным классовым интересам империализма. Манипуляция – это духовная деформация народа, это лишение его необходимых, активных, творческих, духовных способностей. Это такое управление мышлением и чувствами, которое исключает всякую осмысленную жизнь. Агрессия лжи. Следовательно, нравственность убивает не телевизионное блядство, а капитализм, который за деньги маму продаст, если цена устроит. Ты считаешь себя главным? Я заплатил тебе целое состояние. И это дает тебе власть надо мной? Предположим, что туда приходят простые люди. Так это или нет, не суть. На мой взгляд, тут главное следующее. Передачу ведет пришелец из другого мира, неопределенной половой принадлежности, получающий в месяц больше, чем я за год. Пока мы смотрим на детей, прошедших кастинг, в стране усугубляется демографический кризис. Как бы эти дети нас не поражали, система образования будет рушиться. И долги родителей перед банками будут расти. Лишить противника возможности публично высказывать свою позицию – одна из главных задач пропагандистской войны. Виктор Сороченко. Как и прочие развлекательные передачи, это яркими красками и глупыми шутками отвлекает нас от решения проблем всенародного значения и масштаба, которые никуда не пропадут, как бы искренне мы не умилялись этим детям. И напоследок, эти дети лучше всех, а остальные? Даже Юрий Гагарин не сказал бы о себе, что он лучше всех.
Но Первому каналу можно каждые выходные делить людей на сорта. Уже в 1936 году, то есть всего лишь через 3 года после прихода нацистов к власти, их съезд в Нюрнберге был украшен таким лозунгом: «Пропаганда помогла нам прийти к власти. Пропаганда поможет нам удержать власть. Пропаганда поможет нам завоевать весь мир». В Эссене в июне 1939 года, то есть накануне Второй мировой войны, Геббельс заявил: «Мы создали Рейх с помощью пропаганды, агрессия лжи». Только мне кажется, что это загримированный фашизм. Если я правильно помню, эта передача рассказывает о том, как выбирать продукты и услуги, чтобы не пожалеть. Начнем с того, что большую часть аудитории, большая часть продуктов и услуг из этой программы вообще не интересуют, потому что большая часть людей живет не в Москве. Дальше. Программу ведет очередной пришелец, и на программу он приглашает только жителей своей планеты. Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Ленин. И последнее. Программа призвана уберечь нас от опасности рынка товаров и услуг. Так? Какая прелесть! Большое спасибо за заботу. Но будь государственный контроль качества над частными предприятиями строже и не будь законодательство таким дырявым, на кой черт вообще была бы нужна эта передача? Не знаю, как у вас, а у меня порочный круг снова замкнулся на воровском капитализме. Хопер Инвест – отличная компания. От других. Хопер Инвест – отличная компания. От других. Хопер Инвест – просто отличная компания. Хорошо. Хопер Инвест – отличная компания. От других. В середине 90-х годов приемы информационной блокады послужили прикрытием многочисленных афер недобросовестных банков по созданию финансовых пирамид. Электронные СМИ, транслируя массированную агрессивную рекламу, не только не компенсировали ее предупреждающими комментариями, но и не дали доступа к эфиру тем российским и зарубежным специалистам, которые могли бы предупредить вкладчиков и объяснить механизм финансовых пирамид. Виктор Сороченко. Так, это сапоги. О, новая шуба. Рита Голубкова. Леня Голубков. Дорогая Рита, теперь я точно знаю, как мы будем распоряжаться нашими деньгами. Все деньги мы будем вкладывать в акции АО МММ. Это уже дало нам возможность купить мне сапоги, шубу. В мае мы покупаем мебель. В июне автомобиль. А в июле дом в Париже. Почему нет, Леня? АО МММ. Ответственность за качество товаров и услуг с государства и производителей деликатно и незаметно перекладывается на рядовых тружеников, которых кидают и разводят барыги. Да, это я. Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джюс, оранжат. Да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. Извини, старик, ко мне тут челентано зашел. Эх, а Вовка меня так любил, он меня буквально носил на руках. Традиционно и тут перед нами скачут холеные, сытые представители расы господ, которым глубоко плевать на то, что происходит за МКАДом. Дальше. Вот приходите вы с работы, уставшие, голодные и злые. Дома книг нет, а если бы и были, читать вы бы не стали, потому что вы учитель. Голова и так пухнет, вам хочется отдохнуть, хочется праздника, но на отдых нет времени. А на праздник нет денег. И вы включаете телевизор, потому что там есть атмосфера праздника. А пока вы не помните о своих проблемах, вы вроде даже отдыхаете. Но это иллюзия. Вы не отдыхаете и не празднуете. Вы безвозвратно теряете время своей жизни. А вот Карл Маркс говорил,
Богатство общества определяется количеством свободного времени у его граждан. Возможно, вы сами любите петь. И, возможно, в детстве даже мечтали стать певцом. И в СССР вы смогли бы стать певцом, по меньшей мере в районном центре. Но при капитализме о вас никто не узнает, как бы вы ни блистали в своей гостиной. Но зато у вас есть уникальная возможность. Вместо посещения кружка пения, на посещение которого у вас, кстати, тоже нет ни времени, ни сил, ни денег, смотреть на то, как сытые клоуны фильтруют голодных. Средства духовного производства в наше время, как никогда ранее, сосредоточены в руках буржуазии. Владимир Ильич Ленин говорил о том, что против трудящихся на Западе стоит поголовно организованная буржуазия, опирающаяся на завоевание современной культуры и техники. Это ленинское положение особенно верно сегодня, когда буржуазия для духовного производства использует все новейшие достижения научно-технической революции, по последнему слову техники оснащая свой гигантский пропагандистский аппарат и стремясь повысить его эффективность, агрессия лжи. Понимаете, вот у этих буржуев есть и время, и деньги, и силы, чтобы регулярно и полноценно отдыхать, устраивать веселые праздники, посещать уроки, песни и пляски. В отличие от подавляющей части населения страны, они живут не только, чтобы работать, есть и спать. Они могут позволить себе иметь культурный досуг, а своим детям иметь приличное образование. А у вас есть только телевизор, чтобы на время забыть о том, чего вы не можете и не имеете. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Островский. Когда-то слышал такой тезис, что уровень жизни обратно пропорционален числу телевизоров в доме. То есть, чем ниже уровень жизни, тем больше дома ящиков. Как-то в 90-х было время, когда у нас дома стояло 4 телевизора. Но вернемся к нашим баранам. Несмотря на то, что ваша деятельность может быть несоизмеримо важнее для страны, при капитализме популярность гораздо ценнее квалификации. От вас могут каждый день зависеть чьи-то жизни, но вы будете сосать лапу, а бездарные российские футболисты будут за вечер спускать на бухло столько, сколько нашим хирургам не снилось. И что получается? Учителя и доктора, несмотря на стратегическую ценность для страны, находятся в статусе бомжей, а клоуны живут во дворцах. Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю. Глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться. И пока все смотрят на то, как наши исчезающие таланты пропагандируют западную псевдокультуру под крики «Россия вперед!», Россия все дальше откатывается назад по культурным, научным, демографическим и экономическим показателям. Буржуазии без масс не обойтись. А массы в эпоху книгопечатания и парламентаризма нельзя вести за собой без широко разветвленной, систематически проведенной, прочно оборудованной системы лести, лжи, мошенничества, жонглерства модными и популярными словечками, обещания направо и налево любых реформ и любых благ рабочих, лишь бы они отказались от революционной борьбы за свержение буржуазии. Ленин. Вы замечали, что в большинстве телешоу, где люди выворачиваются наизнанку тем или иным способом, обычно это делается ради денег. Не буду сейчас вспоминать и перебирать все эти представления, вы их и без меня знаете. От «Что, где, когда» до «Я смогу». Джек, что ты можешь сделать за деньги? За деньги? Я могу сделать... Все. А недавно у меня открылись глаза, и я увидел то, что было у всех на виду с начала 90-х. Капитал шоу «Поле чудес». Как вам название? Итак, кто хочет стать миллионером? Кто-нибудь хочет? Я хочу! Здесь кто-нибудь хочет? Я хочу! А еще кто-то хочет? Я хочу! Отлично! И еще вопрос. Кто-нибудь хочет? Я хочу! Здесь кто-нибудь хочет? Я хочу! А еще кто-то хочет? Я хочу! Вопросов нет.
больше не имею. Капиталист тоже считает, что он трудится. Однако его труд заключается в присвоении результатов труда других людей. Фидель Кастро. Странно, что в передаче с таким названием не совершаются кровавые жертвоприношения у идола Золотого Тельца. Как и во всех вышеназванных передачах, мы не видим здесь простых людей, каких видим каждый день по дороге на работу, на работе и по дороге домой. 3/4 населения едва сводят концы с концами, а на главном канале страны холеная, бесполезная элита, ответив на бессмысленные вопросы, уносит домой зарплату учителя за 5 лет, чтобы обновить евроремонт. Мне одному хочется разбить их головы о их золотые унитазы. В мире идет невиданная по своим масштабам борьба за сознание масс. Наступлению идей коммунизма буржуазия противопоставляет укрепленную оборону своих идеологических и политических позиций. Сама предпринимает яростные контратаки. Агрессия лжи. Понимаете, что пропагандирует эта передача? Даже если ты не приносишь никакой пользы обществу, ты можешь без зазрения совести, например, за полчаса методом тыка натыкать себе пару сотен тысяч. Где деньги, Лебовские? Мы пришли за деньгами, Лебовские. Баня говорит, они у тебя. Где деньги, Лебовские? Где деньги, Лебовские? Где, блядь, деньги, говнюк? Вы посмотрите на них. Они ведут светскую беседу и не видят никаких противоречий в своих действиях. Не видят ничего зазорного в том, что без каких-либо оснований получают ни за что огромные деньги. Еще раз, они считают нормальным получение огромных денег ни за что. Это происходит каждый день по всей стране. Это видят дети и мотают на ус. И никто не протестует. Почему? Всех устраивает, что сытые, довольные, обеспеченные мудаки, мило поулыбавшись друг другу полчаса, уходят домой с вашей зарплатой за несколько месяцев? Ну тогда забудьте о социальной справедливости, пенсиях, пособиях, бесплатном образовании и лечении. Навсегда! Да здравствует капитализм, и пусть процветает буржуазное сознание. У всех, кто своих же братьев, бедняков грабит, у всех на башке рога вырастут. Многократно провозглашаемые буржуазными пропагандистами пресловутые права человека до тех пор остаются правами человека, пока они не вступают в противоречие с правами правящего класса. А когда вступают, то неизменно права правящего класса оказываются выше прав человека. И тогда начинают действовать институты репрессивного социального контроля. Агрессия лжи. Прежде всего, у новостей нет цели дать объективный всесторонний обзор событий дня или недели. Нам сообщают строго и только то, что нам положено знать. В новостных выпусках преобладают сообщения о всякого рода тревожных событиях минорного тона, зачастую никак не связанные не только с конкретным зрителем, но даже со страной, на которую идет вещание. Почему так? Едва ли не большинство россиян самой большой опасностью для страны считают раздутую иллюзию угрозы международного терроризма, а не реальные социальные проблемы, падение рождаемости, безработицу, повальное пьянство целых регионов,
пандемии наркомании и СПИДа, все возрастающее социальное неравенство и рост радикальных настроений в обществе. Информация к размышлению. Демографы установили, что при нынешних темпах распространения наркомании и СПИДа валовый национальный продукт России в ближайшие 5-7 лет может сократиться на 20% по сравнению с нынешним за счет убыли трудоспособного населения. Сильнее по стране ударить может разве что ядерная война. А теперь посчитайте, сколько времени российские СМИ уделяют этим проблемам, а сколько рассказывают нам о Саддаме Хусейне и международных террористических центрах. Энциклопедия методов пропаганды. Подавляется воля и энтузиазм, создается ощущение безысходности дня сурка и намеренно игнорируется то, что действительно имеет значение для народа, за редким исключением вроде пожаров Кемерово. И, как и везде, всю эту официальную полуправду нам пересказывают представители иной цивилизации. Посыл примерно такой: все сделают за нас, а наше дело не мешать, внимательно следить за процессом и верить каждому слову. Почему в новостях нет ничего о тотальном всеотраслевом упадке и деградации, который уже давно стал нормой? Вероятно, потому, что это не волнует тех, кому принадлежат СМИ. Почему нам не рассказывают о нас? Вероятно, потому, что наша жизнь не волнует тех, кому принадлежат СМИ. Опасность стать жертвой терроризма в 1000 раз меньше, чем вероятность стать жертвой катастрофы за рулем автомобиля. Из 15 миллионов водителей в России ежегодно гибнет порядка 1 на 1000. От терактов в России гибнет порядка 1 на миллион. Но мы ведь не боимся ездить на машине. Почему же мы не боимся ездить на машине, но боимся террористов? Прежде всего, потому что сильные мира сего не заинтересованы в том, чтобы мы боялись автомобиля. Поэтому телевидение не показывает нам с утра до ночи изуродованные трупы жертв автокатастроф. Если бы показывало с той же интенсивностью, как и дело рук террористов, то мы боялись бы автомобиля панически. Энциклопедия методов пропаганды. Кроме того, если несколько раз в день народу будут говорить о каждом принятом, откровенно вредном для страны решении правительства и его последствиях, это выведет народ из себя, и правительству будет затруднительно удерживать власть, ковыряясь в носу и получать деньги за ковыряние в жопе. В настоящее время информация превратилась в инструмент власти, а последние достижения в области технологий пропаганды делают ее ключевым элементом социального господства. Именно поэтому информация сегодня поступает к потребителю в препарированном виде, искусственно создавая актуальные проблемы. Средства массовой информации навязывают определенные правила прочтения социальных отношений, выгодные власть имущим. Неосведомленность граждан позволяет оказывать через СМИ скрытое регламентирующее влияние на интеллект, эмоции и волю людей. Виктор Сороченко. Мне не нужно говорить вам, что все плохо, это и так все знают. Это депрессия. Все без работы или боятся ее потерять. Доллар безудержно падает. Банки на грани краха. Хозяева магазинов держат под прилавками оружие. На улицах бесчинствуют хулиганы. И похоже на то, что никто не знает, что делать, и что этому нет конца. Мы знаем, что воздух не годится для дыхания, а пища непригодна для организма. Мы сидим и смотрим телевизор, и какой-то местный диктор говорит нам, что сегодня совершено 15 убийств и 63 серьезных преступления. Как будто так и должно быть. Мы знаем, что все плохо. Хуже, чем плохо, это сумасшествие. Как будто все везде сходит с ума, чтобы мы не выходили из дома. Мы сидим дома, и медленно мир, в котором мы живем, становится меньше. А мы только говорим, пожалуйста, оставьте нас в покое хотя бы в наших гостиных. Оставьте мне тостер, телевизор, мое кресло. Я ничего не скажу, только оставьте меня в покое. Но я вас в покое не оставлю. Я хочу, чтобы вы разозлились. Я не хочу, чтобы вы протестовали, не хочу мятежа. Не хочу, чтобы вы писали своему конгрессмену, потому что я не знаю, что вам надо писать. Я не знаю, что делать с депрессией, инфляцией, русскими и преступностью на улицах. Я знаю одно, сначала вас надо разозлить. Вы должны сказать, я человек, черт побери. Моя жизнь бесценна. Чаще всего так называемое общение с народом является всего лишь хорошо отрепетированным спектаклем. Известно, например, что президент Франции Деголь не получил за всю свою жизнь ни одного вопроса на пресс-конференциях, к которому бы не был заранее готов.
Президент США во время своих пресс-конференций также отвечает на вопросы, которые заранее предоставляются журналистами в пресс-службу Белого дома. Вообще, консультанты любого политического лидера всегда готовят своего шефа к ожидаемым вопросам, проигрывая возможные ответы. Виктор Сороченко. Пожалуй, из всех перечисленных представлений, это самый пафосный и патетичный цирковой номер. Все до ужаса банально. Это рейтинговое мероприятие, укрепляющее иллюзию того, что главный буржуй страны изо всех сил заботится о ее пролетариях. За последнее время доходы нашего государства уменьшились. При всех явных и неоспоримых положительных моментах правления Путина, он смотрится прилично лишь на фоне подонка и дегенерата Ельцина. По телевизору показывают жуликов. Не говоря уже о невообразимом социальном расслоении, катастрофическом демографическом кризисе и непрекращающемся распаде всех отраслей. Самым абсурдным тут является то, что при полном, в силу объективных причин, отсутствии шансов на победу в борьбе за лидерство в капиталистическом мире, наши буржуи продолжают эту заведомо проигранную битву ценой наших страданий. Стойте! 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 Жадные и ненасытные бандиты! Вы готовы снять с нас последнюю рубашку? Американский социолог Райт Миллс так писал об отношении правящей элиты к общественному мнению. И в политической, и в военной, и в экономической областях власть имущие люди испытывают в той или иной степени беспокойство по поводу подозреваемого ими неблагоприятного общественного мнения масс. Формирование общественного мнения становится поэтому общепринятым способом завоевания и удержания власти. Агрессия лжи. Создание угрозы – одно из самых сильных средств манипуляции сознанием и отвлечения внимания общественности от махинаций верхушки. Пропагандистская технология создания угрозы обладает колоссальной эффективностью. Причем создание угрозы широко используется и коммерческой рекламой. Сегодняшняя реклама очень успешно эксплуатирует наши страхи и психологические комплексы, которые сама же и создает. Виктор Сороченко. С рекламой все довольно просто. Ведь всем понятно, что рекламируют то, на чем зарабатывают деньги. Но почему всех устраивает, что годами пропагандируют вместо правильного питания – фастфуд, вместо здорового образа жизни – лекарства, вместо чтения – телешоу, вместо экономии и накоплений – кредиты, вместо созидания – потребление и так далее и тому подобное. Только представьте, насколько бы поднялся уровень жизни населения, если бы каждые 10-15 минут нам напоминали о вещах, которые делают нас лучше. Но рекламодателям это не надо, как и СМИ, как и буржуазному правительству. Цель буржуазного общества состоит в том, чтобы все формы общественного сознания – идеология, мораль, религия и так далее – обеспечивали правящему классу возможность управления массовым сознанием. И достигается это с помощью самых разнообразных средств. Казалось бы, что общего между полицией и рекламой? А между тем, и полиция, и реклама являются институтами социального контроля. Полиция, разгоняя демонстрации протеста, арестовывая их участников, осуществляет функции репрессивного социального контроля. А реклама? Реклама, формируя у нас так называемые искусственные потребности, гипертрофируя значимость престижа, выражаемого в уровне потребления, определяя потребительские приоритеты, тоже предстает институтом социального контроля. Только не жестко репрессивного по своему характеру, а мягкого, то есть воздействующего непосредственно на психологию масс. Агрессия лжи. У меня было все. Очень приличная стереосистема, весьма респектабельный гардероб. Еще чуть-чуть и нечего желать. И кто же мы? Мы просто потребители. Правильно, потребители. Мы одержимы внешней атрибутикой преуспевания.
Убийство, голод, преступность – все это не волнует меня. А волнует меня знаменитости и скандалы. Нас дразнят, рекламируя одежду. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам ненужное. Телевидение внушило нам веру в то, что все мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все вранье. И мы начали это осознавать. И это приводит всех в ярость. Как и все остальное телевидение, КВН давно утратил связь с народом. Он перестал быть остро социальным. Что бы они ни высмеивали, над кем бы из руководителей страны ни смеялись, они делают это, чтобы мы перестали думать о наших проблемах. Поэтому короли шутов не боятся. Знаете выражение? Чтобы проблема исчезла, надо над ней посмеяться. Для пропаганды, как и любого другого вида манипуляции, важной задачей является подавление психологического сопротивления человека внушению. Поэтому, по мнению большинства специалистов, любая пропаганда должна быть комбинацией развлекательного, информационного и убеждающего компонента. Под подавлением понимается любое средство, которое возбуждает интерес к сообщению и в то же время маскирует его истинный смысл, блокирует критичность восприятия. Виктор Сороченко. Мы не переставали смеяться даже в 90-х. Дорогие господа, президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон. Good evening, ladies and gentlemen. Добрый вечер, дамы и господа. Good evening, Mr. Yeltsin. Добрый вечер, госпожа Ельцина и господин Ельцин. Good evening, Mr. Maslikov. Спасибо господину Маслякову за то, что он организовал нашу внеочередную встречу в этом прекрасном зале. Good evening, Mr. Juries. Добрый вечер, господин Juries. And I hold that the scene hold the very kind of spring Moscow that Karen, Yuki, Lodvorod, Beskenas, political situation in Western Europe, like a drink is on the worst changes, the cool of wind, again to the one, two, again a boy, a better man, again a one, a two on the street. Everybody can allow, little settle the beat, then the shut up, shut up, shop to die up, everybody can live, a born again a dream, then a thing to the one, the shut up, shop to die, I guess this your, this your, this your, this your, yeah. Но проблемы-то не исчезали, а КВНщики незаметно превратились в элиту, вроде остальных жителей Останкино. Понятно, что они существуют на коммерческой основе, но оглянитесь, 3/4 страны на грани нищеты, сколько можно ржать? Ну это я уже видел, это уже было, дайте мне что-нибудь новенькое, чтобы я поржал. Российские сериалы – единственное, что хуже российских фильмов. Мало того, что сериалы превращают людей в безвкусные, скотоподобные овощи, так они еще так бездарно и неубедительно показывают нашу жизнь, что всех участников процесса хочется сослать на вечное поселение туда, где нет телевидения. Тупое говно. Тупого говна. Говно. Почему так бездарно? Потому что платят не за дарование, а за узнаваемость. Почему так неубедительно? Потому что эти люди не живут той жизнью, которую пишут, играют и снимают. Российские сериалы, полные буржуазной морали, лучшее средство для сушки мозгов. Мир уже был свидетелем того, куда ведет манипулирование сознания масс. Презрение к массам, игра на неинформированности, разжигание психозов, обращение к эмоциям, а не к разуму. Все это, как известно, было характерно для нацистской пропаганды. Агрессия лжи. В капиталистическом обществе все существует, делается и происходит только потому, что это приносит деньги капиталистам и укрепляет их власть. Антагонизм классовых отношений заставляет буржуазию манипулировать сознанием масс. В любой сфере общения с массами, в пропаганде, рекламе, образовании, массовой культуре и так далее, буржуазия прибегает к манипулированию. Цель – внушить массам веру в некую общность интересов правящей буржуазии и трудящихся. Представить окружающую действительность в искаженном, иллюзорном плане. Агрессия лжи. Не забудьте выключить телевизор. Капитализм не был бы капитализмом, если бы он, с одной стороны, не осуждал массы на состояние забитости, задавленности, запуганности,
темноты. Если бы он, капитализм, с другой стороны, не давал буржуазии в руки гигантского аппарата лжи и обмана, массового надувания рабочих и крестьян, отупления их и так далее. Ленин.